Спасибо, что вы нам отписываетесь, когда получаете уже посылки. Всем привет! С вами интернет-магазин Мир Эхолотов. Наконец-то он дошел. Долгожданная новинка мая. Deeper Start. Теперь эта модель вышла на замену версии 3.0. У него теперь нет Bluetooth, у него Wi-Fi. И как производитель уверяет, дальность действия до 50 метров. Что вы получаете при покупке данного эхолота? Сам эхолот, на котором уже зафиксирована застежка. Ну, вроде бы мелочь, она все равно приятна. Кабель питания, который можно будет заряжать через Powerbank и другие устройства через USB. Deeper соблюдает тренды, сделал зарядку непосредственно внизу этого эхолота, чтобы не вскрывать крышку. И, соответственно, даже саму зарядку он добавил там магнит, чтобы можно было легко зафиксировать и, соответственно, заряжать. И, конечно же, у вас будет гарантия 2 года. Вообще, компания Deeper очень сильно заморачивается над своим продуктом. И у них гарантия была сначала год, теперь у них 2 года. Сборка качественная, собирается это в Литве. Даже вот коробка, которая упаковывается, сам эхолот, или там аксессуары, крышка, там, да, или фиксатор, они даже на ощупь приятные. Бред, согласен, да, но когда ты покупаешь прибор, и тебе вот прям говорят, что, ну, тебя прям уважают за, да, за то, что ты выбрал нас. Я прям представляю такого старика, седой такой, с бородой, и говорит такой: спасибо, что выбрал нас. У меня есть еще новинка от Deeper, но о ней мы чуть позже поговорим. Смотрите, Deeper позиционирует данную модель облегченной версии, да, то есть, где стоит задача просто закинуть, проверить рельеф на и наличие, и, соответственно, рыбачить уже, чтобы даже дети могли разобраться с этим эхолотом. По характеристикам ловит он до 50 метров, максимальную глубину он сканирует до 50 метров, нет у него режима мелководья и встроенного GPS, но они увеличили частоту сканирования вдвое, и теперь сканирует он до 15 раз в секунду, что дает вам возможность точно не пропустить нужную рыбу. Кстати, его вес теперь не 100 грамм, как в Pro версии, а всего лишь 60 грамм. Да тут даже автоматическая настройка режима ночной рыбалки. Я уж молчу про то, что он будет вам сигнализировать, когда находит рыбу. Есть существенное отличие от Pro версии, я не могу об этом не сказать. Итак, в модели Start отсутствует режим рыбалки с лодки и флешер, то есть зимой вы не сможете использовать, так как рабочая температура от 0 до 40 градусов. Он имеет один луч, а не два луча, как в Pro версии. Но суть эхолота в доступном сегменте и идет, чтобы он вам показал просто рельеф дна и рыбу, и все. И, кстати, в старте у него нет отображения температуры воды. Ну, тоже для информации. Короче, я не пытаюсь тут приукрасить этот прибор, чтобы вы потом претензии к нас закидали. Говорю, как есть. Если у вас тут идея такая, что если тут нет режима рыбалки с лодки, то я просто возьму крепление там, да, арм и зафиксирую, то огорчу. У данного эхолота нет даже входа для того, чтобы зафиксировать это крепление. Тут только через леску, либо вот застежку такого варианта. Я думаю, пора рассказать про вторую новинку от компании Deeper. Это у нас крепление Deeper FlexV Arm Mount 2.0. Прошлый арм сняли уже с производства. Чем же эта версия 2.0 хороша? Тем, что ваш эхолот Pro и Pro Plus не будет погружаться в воду, а будет повторять движение воды. При этом без потери сигнала. Да, дороже, но думаю, это из-за нашего неадекватного курса, а не из-за новинки. И, кстати, даже в этом креплении опять пример продуманности в деталях. У зажима плоскости не просто металлическая, а с мягким пластиком, чтобы не повредить вашу лодку этим креплением. Я сделал жесткий тест над ним. Проверил дальность действия под большими электрическими проводами, которые дают серьезные помехи. Сделан специально, так как с этим эхолотом будут рыбачить и в городе, где много помех и нужно быть готовым. Связал я эхолот со своим телефоном, iPhone 7, и четко ловит на 25 шагах, поэтому можно поверить в дальность 50 метров. Ну или хотя бы 40 метров как минимум, когда Bluetooth об этом только и мечтать может. Почему мы советуем брать именно у нас? Первое, мы являемся официальными дилерами Deeper. Также вы можете об этом проверить, зайдя на официальный сайт deepersonar.com, зайти в раздел Buy Here, ну, то есть где купить, и мы находимся прямо на первом месте. Своим подписчикам мы дарим крышку для ночной рыбалки или фиксатор на удочку,
но это для версии Pro или Pro Plus. Каждый товар перед отправкой мы проверяем на включение, выключение, внешний вид и комплектацию, чтобы вам случайно не отправить брак. И да, мы просто молодцы. Ну, как бы вы не считаете, что тут зазнался, да, но себя не похвалишь, никто не похвалит. Ладно, если у вас остались еще какие-то вопросы по данным эхолоту или другим беспроводным эхолотам, обязательно пишите в комментарии, либо звоните нам на телефон 8 800 222 92. Звонок по России бесплатный. Спасибо, что вы нам отписываетесь, когда получаете уже посылки, что все получил, все круто, отлично. Нам это очень приятно, и надеемся, что вы, да, новые покупатели, тоже нам отпишетесь этим же. Все, до скорой встречи. Пока-пока.